Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале Владислав Шиндяпин. Сейчас я вам покажу, как пройти ЛБЗ с отличием. ЛБЗ Союз 10, Бастион, на объект 279 ранний. Союз 10, напоминаю еще раз. Здесь нужно без отличия 15 тысяч заблокировать урона, либо на отличие 17 тысяч заблокировать нужно в течение 10 боев. То есть в течение этих 10 боев нужно заблокировать 17 тысяч, 15 тысяч, сколько вы сможете. То есть нужен тяж, который танкует хорошо, все на ваше усмотрение. Подбираете технику и выбираете, на какой технике у вас лучше. Я же выполнил даже быстрее, чем за 10 боев. То есть можно было это разделить там по 2-3 тысячи танкования в бой, но я делал где-то 5, где-то 6, где-то 7 тысяч танковал. Бывали бои, конечно, где вообще тысячу можно не танковать. И вот один из боев, где я выполнил ее именно с отличием. Вам сейчас покажу и продемонстрирую. Поехали! Сейчас я тут ускорю немножко время. Стоим, танкуем, 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 танкуем. Бах, 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 натанковал. Ага, дальше у меня не получается танковать. Поехали дальше. Ага, здесь мы потанковали. Выполнено без отличия, уже выполнено. Поехали дальше на отличие выполнять. Здесь я пробил семерочку, потом один раз не пробил. Поехали дальше. Здесь я соточку убил, бабахнул. Стал здесь, фугасинку получил. Там потом от бабахи получил, тоже нормально, кстати. Бах, сейчас получу бартинку. Бах, получил на 908, прям хорошенько так фугасин. Фугасин голдой 6000 танканул. Там, кстати, объект 705 и хорошо танкует, кстати. Сейчас можем посмотреть. Объект 705А, прошу танкует, поехали дальше, с отличием уже мы ее выполнили, да, и задача у нас выполнена с отличием, ребятушки, даже больше не танковал, то есть, когда эта галочка загорелась, что завершено, я еще мог танковать, 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 но союзники у нас на 4000 мы в плюсе, 7-7, но в принципе мы, по-моему, победили, если не ошибаюсь. Посмотрим до конца этот бой, что же у нас тут получилось. Да, извиняюсь, запись идет Full HD, можно будет перезаписать это на 4К, могу перезаписать, если вам Full HD не интересно смотреть, могу перезаписать в 4К, если нужно будет, если вам интересно будет. Да, мы поражением закончили, но я натанковал 6,5, этот танк, кстати, хорошо танкует, то есть, в принципе, за 4 боя можно даже... А у меня 4 еще боя свободно было, то есть я за 6 боев, а можно было за 4 боя, но опять же, бывают карты попадаются неудачные, где-то специально люди, типа, это в тебя не стреляют, а им начинают фугасами. Не понимаешь, что типа, ага, тебе нужно задание на танкование. Тогда мы будем типа фугасами херачить. Но все равно кто-то. На танкование на самом деле не самая тяжелая задача. Дальше вот задачи будут бы довольно посложнее, на самом деле. Счет 10-15, поражение. Ну, я 1500 нанес. Да, это мало, потому что я выполнял ОБЗ. Если бы я не выполнял ОБЗ, я бы, может быть, и 3-4 тысячи накидал бы. Всем спасибо, ребята, за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Лайк, подписка, колокольчик, все уведомления. И до скорого.